Какие? Еня, выключи свет. Сейчас про кого-нибудь могу взять в больницу к Насте. Витя, когда? Сейчас? Да если бы за ней заехал, то некогда. Сам упадал вообще. Украли тяпку. Дом постоит нормально. А дом не украли, ты же студию сюда пришел. Тяпку украли. Заходим, заходим, ребята, заходим. Торговлю закончили, молимся. Царю небесный, утешителю души истинный, и везде сый, и вся исполняй, сокровище владик, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господь наш и Бог наш, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами, благослови наше собрание, благослови нас, Господи, молитвами всех святых земли русской посиявших. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аминь. Успокоились, слушаем батюшку. Замолчали. Отец Парфений, архимандрит Парфений. Парфений, она запомнит. Архимандрит Парфений. Он уже умер? Конечно, нет. Это было 70... Когда было 78-й год, было 92 года. Нет, ну поздравляю тебя. Я был дьяконом. Не мозг просто. Однажды получился такой у нас случай. Я тут же получил наказание. Я как бы посмеялся над ним. А было это в Тобольске, а владыка Максим его как-то почитал. И всегда его возьмет его, и чтобы он возглавлял службу старшим. Ну его там под руки поддерживает бой, там и по деканах, то, чтобы он там где поднимался, допускался, что, ну, уже не мощное было. И были в Тобольске, служили, ну и он, а архимандрит, он должен был служить в Митре. Ну, у него Митры-то нет, это такая шапка красивая, камнями будет. Ну, дали ему владыкину Митру надели, а владыки, наверное, 62-й размер. Да, а он-то такой, он небольшой ростом, ну, его надели, она ему... До подбородка так. Но он выдержит и рукой-то одно. А я отслужил раннюю литургию. С 7 часов я отслужил, так было назначено. И я уже как бы свободнее, я в алтаре так стою. Я когда увидел это, я засмеялся. Смешно до того это было, как он. И протодиакон Анатолий тоже. Ему якиню говорить, а он рукой рот затыкает, чтобы не засмеяться. Это как. Ну... Ну такой, ну смех еще был. Ну смешно, как он это надел, ну, она понятно, его так закрыла до сих пор это. Да жена уже смешно. Да. Ну ладно, прошло немного времени, служба-то идет, вдруг протодиакон забегает, болтает. Так, быстро одевай филот. Ай да. Отец, подай, я же ранен.
Говорю, надевай быстрее одежду эту, пошли. А владыка Максим решил меня наградить камелавкой. Это шапка такая, что-то круглая шапка. Спецшапка. Шапка, да, камелавка называется. Вот. Ну и протодиакон меня выводит туда, уже на середине архиерея-то стоит, все священники стоят по рядам, и меня выводит, он проводит к архиерею, архиерей читает там за, ну там за какие там заслуги, за труды, награждается такой-то камелавкой. Ну а у меня нет, я же не приготовил ее, не готовил, еще знаешь. Он снимает с отца Андрея, рядом стоял с ним отец Андрей, брат протодиакона, а у отца Андрея тоже, наверное, 62-й размер. И мне камелавку надевать так, она мне досюда. Ты знаешь, мне как сразу стало, я думаю, вот надо же, только что над отцом Парфением-то посмеялся. И мне... Господь отместку. И тут же сразу, ну, благо, что мне-то не служить, меня только надели, я там поклонился, я ее держу так рукой-то, ее нельзя, она еще мне, вот настолько со всех сторон-то еще. И меня, я ушел болтать, но потом я уже говорю протодиакону, а потом, кстати, я Парфенич-то сказал, прости меня, отче, я вот так и так это... А вот такой голосок был, ну вот даже не знаю, какой-то у меня детский голосок, так он еле-еле говорил. Ну вот такое было. Парфений звали, Архимандрит Парфений. Было его. Так, ну что рассказать вам? У нас праздник был в воскресенье. Да, гости были. С вечера приехали, были отец Филарет со Знаменского монастыря и отец Дионисий. Антоний Велитова. Там где-то на Арабии. А? Антоний Печерского. Ну да, Антоний Печерского там. Антоний Печерского, значит. Они вечером приехали. Были, значит, на вечернем богослужении. Служили. Вот. А утром воскресенья ко мне приехали с Тюмени двое. Протоиерей Николай и протодиакон Сергий Бурдин. Вот, я их давно знаю. Отец Николай еще был пацаном, когда я в Тюмени служил. Он 15 лет, он все в церковь прибегал там это... От отца убегал, отец его закрывал где в кладовке, а он выставит окошко и все равно убежит из храма. Ну а сейчас он уже протоиерей такой, да, соусмерть. И протодиакон. А утром приехали еще. Значит, приехал отец Дмитрий из Покровского и диакон Владимир Черных, архиерейский протодиакон. Высокий, вот. Высокий, который. Да, такой. Да, протодиакон. Владимир, он бывший военный летчик, закончил летное училище, он Игнатий это знает, а Игнатий ходил тогда в училище. Ну, он везде, во всех храмах. С архиереем служит, где архиерей, он архиерейский протодиакон. Да, внешне. Вот. А батюшка этот, отец Дмитрий, он больше Покровском, он регентует все, он как бы главный регент. Тоже давно уже, наверное, лет 15 уж точно. Ну, они приехали утром, но они, у них машина плохая, скажем, плохая. Ну, по нашим дорогам плохая. По асфальту-то она хорошая. Но я позвонил, у нас знакомый хороший друг в Подстёпное. Вот. Евгений Алексеевич Долгих, фермер. Я говорю, звоню ему, Женя, там как вот у нас... Ну, да, пускай подъезжает, позвонит, я их привезу вам. Там машину оставят. И он, правда, у него джип такой-то. По вашим дорогам нормальный. Да, нормальный. И он их, они там машину оставили, он их привез. Вот, он тоже фермер. Но у него земли ровно даже в 20 с лишним раз больше, чем у Барабаша обрабатывали. У Барабаша 300 гектаров, у него 6700 гектаров. Вот. Ну, добрый такой, он помогает там. Как-то Игнатий Тихонович это было, Игнатий Тихонович ему говорит, Женя, у тебя сколько? Да вот 6 у меня там с половиной было это. Ну, у тебя, если вот гектар у тебя в этом году, вот один гектар не родит, ты сильно пострадаешь? Он, да, в общем-то, да нет, говорит, это незаметно будет. Слушай, ты мне, говорит, один гектар дай для голубей. А зачем он? Всех голубей. Все, что там соберет, будет. С одного гектара сколько соберет? Пшеницу. С одного гектара соберет 20 центнеров, то есть 2 тонны зерна. Да. Ну, он только сказал, да, Игнатий Семенович, ну, сколько скажете, столько привезу, все, что, какой разговор, он такой интересный, такой полный, так это, ну, он живой, ну, что, молодой ему, я не знаю, там, что, 50-то лет есть ему, да. Около 50. Вот были гости, нас служило 7 человек, 5 священников и 2 протодиакона. Говорит хорошо. Вот. Ну а кто в гости приезжала? Оля, это Викторова сестра была. Кто у нас? Костя был с молодым человеком.
Вот. Раньше мощь не знал его, сейчас я его не видел. Ко мне не подошел молодой Пусть человек. Не подошел? Нет. Я видел, так проходит где-то на стороне. Вы его крестили, Нет, подошел, я бы хоть пообщались бы, может быть. Нет, не подошел. Ну, вот так служба прошла хорошо. Я там выставку сделал в этом в зале, разложил все фотографии, старые документы. С района, с районной газеты была корреспондент. Вот Лилия ее звать. Очень такая, все наконспектировала, все, там вопросы мне задали. Главное вопрос у меня, на каком положении у вас находятся женщины? Да. Ну, на каком Бог определил, как она? Некоторые положения. На каком положении? Да, но, то есть, не угнетаем ли мы их там? Да, вы на них не женщины. Вожжами, а после не наказывают? Чем занимаются? Ну, я говорю, чем женщина занимается? Ну, дети. Детей рожают, детей, значит, с детьми воспитывают. Занимаются, воспитывают. Свой присадный участок. Вот, ну, хозяйство. Да. Домашнее. Как это, ага. А как вот вы их это там вроде бы там одеваете? А одевай нас, говорю, хоть у нас просто устав, говорю, у нас как устав. Вы их одеваетесь? Так, если в общественном месте она должна Ты быть в платочке там это где-то. А то, что форма, ее сразу одели. Платочка там, юбку нашла Лена, там есть, она красивая. Куча вопросов у нее сразу. Она такая высокая, сама она еще молодая, так, знаю, вот лет 30, там, небольшим. Потом, когда у нас было уже, как там собрание-то небольшое, там, я сказал краткую историю восстановления, выступил этот Женя Долгих-то, выступил о том. Долгов. Долгов-то, да, что, ну, как... Трудно, хотя, но все равно я, говорит, просто говорит, смотрю на вас там и как-то мне вроде силы прибавляется, что ничего нет, на голом месте стали что-то строить, что-то делаете, живете, сами себя кормите, еще что-то и в город, говорит, отводите. И городских кормите, значит. Так он это, пример приводил работникам своим вас. Ну да, ну там я не знаю, что здесь он сказал так слово, хорошо он сказал. Ну здесь он, да, в конце там сказал. После, когда крест дали, то... Филарет зачитал послание от владыки Сергия, от митрополита. Он сам не смог, он, у него была там делегация, он сопровождает делегацию на Афон. Поэтому он у нас в воскресенье, он где-то во вторник, в среду уже уйдел на Афон. Поэтому он прислал, это одна вот как лист печатный, печатана все, одна страница, плотно-плотно напечатанная. Одна страница на большом этом листе. И заложен в папку, папка такая, это, ну, как она, как... Пластиковая? Нет, не бархатная. Красная здесь. А, как почетная грамота? Позолоченная там. Как почетная грамота? Позолоченная. А я, когда вот, зашли в алтарь, там прочитал это все, пожелания там все, много приводит из Священного Писания, я Филарету говорю, а это, папку доставляешь, тоже там, а вот так, о чем мы мелочиться-то будем? Отшутил. Ну, хорошая владыка там. Слова хорошие. Оставил, да. Пожелания. Пожелания там, пожелания и высказы там все. Угу. Ну, вот так вот. Была и ярмарка была. А что там было? Там какие-то бутылки стояли, что ли? Продавал он березовка, квас на березовке сделаны. Вот. Там он что-то какие-то... На березовке. Рубашки или платочки что-то там они шили там. Это кто? Алексей. Потом копченое. Катя. Вот, посмотри на это. Заказы принимает. Копченое сало. Вот. Там развешивал, поскольку. Ну, покупали кое-кто там, купили что-то. Интересно. Ну вот так вот. Концерт небольшой был. Ну небольшой, там некому-то было, но они так приготовили, там, не знаю. Сценка одна была, и песен на 3-4, наверное, спели они. Хорошая так. Небольшой концерт был. Ну, Виктор прислал. Виктор прислал, там частушки составил. Ну как-то плохо записано. Надо ближе. А, и она ходила, камера туда сходила. И она камера туда сходила, там еще эта девчушка заплакала, там это вот. Он сидит где-то там, возле поля сидит где-то, поле какое-то. Жанна, видать, снимала, и что-то она как-то, ну, непрофессионально снимала так. Он играет на гитаре и частушки там поет, частушки. Про деревню. Обратно-то не собирается, всегда у них.
Давай без лишних там вопросов, Лена. У тебя не мозг, а дом-палата какая-то. Ты вообще... Ты узнаешься и напиши ему. Языком поменьше, Лена, разговаривай. Я даже если бы разговаривал, я бы даже этот вопрос не стал задать. Ты что, собираешься или не собираешься сюда? Зачем? Зачем? У него умер, за этого за два дня умер тесть. Тесть умер. 59 лет. 59 лет. Но он был сюда больной, раком был там еще больной. Он курил и любил сильно пиво. Онкология. Всегда пиво. Работал и любил пиво. Вот. Будто бы так я слышал, что он даже хотел, когда дом свой и кредит взять, то ему кредит не дали. Потому что он больной. Это известно, да? Вот. Mm. И они поэтому снимают квартиру съемную. Они снимают квартиру, живут на квартире, квартиранты. Сейчас, конечно, им будет труднее будет уже. Он работал. Виктору надо где-то устраиваться на работу. Какую-то там, так я слышу, что там какой-то фермер, далеко ли к фермеру. Ну это ладно, хорошо, что. Французский фермер. Ну да. Ну вот так вот. Гости тюменские у меня еще в понедельник целый день гостили. Там все выходили, там ему все достопримечательности наши показывали. События, значит, против лагеря, лагерь, приезжали с прокуратуры, и так она все выспрашивала, а дети у вас лагерь, лагерь закрытый, нету. Ну а дети бывают? Да бывают. Ко мне приезжают в гости дети, это что, запрещают? Да нет, нет, это ничего, ну каждому приезжают дети в гости на лето там. Лагеря нету, все, лагерь. А с чего, на это его вы убирать не будете? Да мы пока нет. То есть у них шел разговор, по-видимому, зачистить это место. Ну, когда начальник-то здесь донесли, он быстренько давай, там документы составили, собрание, документы. То есть это место мы, лагерь как музей будет. Музей для бедных лагерей. Чтобы как можно бедно и организовать это все. Вот там музей будет сейчас. Сейчас они там огораживают все, приводят в этот. И он сразу эти постановления отвез в Корчинский сельский совет, в Барнаул. Ой, в Мамонтово, в администрацию, в прокуратуру. Ага. Ну, зашли они в администрацию, а Игорь Барабаш, там, Игорь снимает, все снимает, Игорь снимает. Там возмущались, нас снимать нельзя. Охранник вызвал, охранник не... Я говорю сразу, статья там 100, 200 какая-то, 90, пункт такой-то, до 3 лет. Там давай, другая статья, там 50 какая-то, там вторая, ну, примерно, я говорю. Такая-то, пункт такой-то, это, вот. Ну, охранник, говорит, отступился. Вы здесь поставлены, вы даже не знаете, какую статью надо. А вот такая статья. Это за это давай, значит, там это. Разрешили. Ну, не запретили, никто не разрешил. Ну, не отняли, значит, камеру, их не выгнали. Проводили нас по-хорошему, говорят. По-хорошему. И все. А в прокуратуру зашли, там ничего, она разговаривает, даже, говорит, ни слова не сказала в прокуратуре. Да, грамотно. Там, говорит, они, наверное, знают закон о них. Маленько знала. Ага. Это на понтов берут после все. Ну, вот так вот. На людей. По незнанию. Да. Ну, вот так вот, такие вот дела, значит. Теперь у нас что? Но она не проблема, но неприятность случилась, значит. Стал Иосиф Устинов, подал заявление на оформление участка. Мы это, а там оказывается, а у вас, говорит, нет земли больше в Потеряевке. То есть они в 15-м году составлял кто-то карты, какая-то там это, и составили карту точно под крайним домам, и все, остальная земля сельхозназначения. Мы как так, у нас есть карта, где нам 171 гектар под территории деревни. Так у нас не просто деревня, у нас восстановление деревни. Мы восстанавливаем деревни. Ну вот сейчас мы готовим заявление, там документы и подавали. В тех же границах, какая была деревня. Конечно. Вот для того, что незаконная постройка, то снести. Снести. А он уже построен. Конечно. Мы-то не знали, это оказывается в 15-м году была какая-то сессия там где-то, ее одобрили там и корчинские депутаты одобрили, и мамонтовские что-то одобрили. Мы знать еще не знаем. Мы не знаем, мы живем, строимся, мы не знать этого ничего не знаем. А когда сейчас коснулись архитектора, мама-то говорит, да вот карта Лена зашла, правда, карта нарисована. Да это они быстро делают. Ограничили. Тот крайний дом, где храм, и крайняя Люба, Андрей там, где вот это все, за это все. А дальше там это сельхозназначение. То есть, там, мы приехали, там ничего не было. Не было, даже никто там не сеял ничего. Ну это, думаю, все это разрешится. Это ничего. Если зарегистрировали поселок, да мы до дома дошли, то составили у нас там братья вопрос президенту.
Слышали, президент в четверг отвечал на вопросы. Посылали меня? Да. Но, видать, наш вопрос не дошел. Может быть, поздно составили или не так злободневно. Ответят. Ну да. Вот. Заставили. Что? Владимир, ну как-то обратить на сельские деревни, дороги-то нет. Вот сейчас что, мы не можем не выехать, ничего, то есть насчет дороги. 16 километров, нельзя ли как там дорогу-то сделать-то? Ну, нормально, да. Так это надо давно. Не нам вот до Борзовки заодно было. Это вон сюда дорогу. Надо было, в Единую Россию. Ну, а что там от Единой России? Ну, вот и задали вопрос там. Я смотрел на него, он 4 часа 40 минут отвечал на вопросы. Ну, отвечал как-то так, мне что-то вначале даже не понравилось, думаю, что. Но мы задали вопрос, что на бензин цены такие сразу на несколько рублей повысил, то на копейки, а то на сколько. Вот давай что-то там говорил, ты не поймешь, там то да другое, там это какие-то акцизы, что-то там это все. Ну все, это значит правительство занялось, но правительство остановило, говорит, цены. Ну останется теперь эти цены-то останутся. Да. Теперь уже все. Да. Где-то в Анадыре 55 рублей бензин стоит. Больше 100 рублей. Он обещал ведь, что оно выберут, не допустит, чтобы повышали цены, наверное. Ну, да это потому, что пошел сезон добычи золота. Ну и другие такие. И для чего специально. Вот это думать, что кто-то там уже потом, ну другие там есть передачки, когда кто-то что говорит. Ну представим, говорит, давайте представим, что в Америке где-то там это и обращается к президенту. Не к губернатору, а к президенту, там что там, дорога плохая в городе. Ну кто, говорит, там начнет это? Что, президент умеет быть дорогами? А у нас дороги плохие в городе, обращаются к президенту. Угу. Матери там пособие не выплатили за сколько-то время, пособие обращаются к президенту. А где были местные-то? Ну это Россия, матушка. Ну да, но... Помните, это Павел I, за что убили его? У него ящик был, куда скидывали тоже обращение, прям к императору. Я читал, как-то была статья в какой-то газете, не скажу, про Китай. Писали, про Китай как писали. Вот там разные, допустим, там... Тогда у них один человек, допустим, один сын в семье, вот, он получает образование. Вот, они вкладывают все, чтобы он получил образование, чтобы была у него хорошая специальность, потому что на его зарплату все будут жить, у них пенсия-то не выплачивается, а родители содержат, дети должны содержать. Понимаете? Вот. И там так, что если ты думаешь открыть какое-то дело, что-то там портное примерно там или что-то, и пришла зарегистрировать, тебе чиновники отказали. Нет, и все, там что-то затягивай там. Ты пожаловалась. И когда, говорит, дойдет эта жалоба твоя, будет рассмотрена, то чиновник ни одного дня, говорит, на своем месте не будет. Будет расстрелян. Сразу. Ну, это дело-то не расстреляет, но уже все, его долой. За это-то не расстреляют. Чтобы, видишь, чтобы, хочешь ты быстрее, а у нас только, ах, ты что-то там занимаешься. Уже идет разговор, что брать... Сдох. Налог будет, но он не прошел что-то в Думе там, что если только две коровы, если три коровы, то уже брать налог. С третьей коровы брать налог. Уже все. Дальше будет. Ты уже столько не съедаешь, значит явно на продажу. Да, на продажу. Уже надо, значит, брать налог. На продажу, значит, налоги развивают. При советской власти. Ну так вот было. К советскому периоду. Ну такое, все, значит, хорошо прошло у нас, я еще к тому возвращаюсь, значит, все нормально, слава Богу. Вот. Следующий приезд будет через воскресенье. Я приеду. Что-то я немного где-то простыл, продуло, видать, а очень работающий, потный, разделся, вышел, пошел, видать, с собой, а в это время вышел, а там ветер такой аж насквозь пронизывает. Пока добежал до дома, наверное, может быть, охватило это мы, и все. Но жарко, вот, а только разденешься, а на ветерок, и вот. И вот так вот прямо что-то ломилось. Насморк такой, бегут без конца, и больно говорить. Я сейчас едем Настю посетить, друга Настю. Вот. Еще раз, ладно. Так, кто? Где у нас? Доча и Алексей. Так, братья, девочка, скажу сразу, чтобы пока не ушли мы. О болящих еще, значит, брат Сергий в Воронеже, помните, да? Да. Вот, ну и Арабия Анастасия, она уходит, и все быстрее. Так что молитесь, чтобы Господь дал ей силы до конца претерпеть это огненное испытание, чтобы не было ни ропота, ни уныния, ни отчаяния.
А моей дочери помолитесь, в глубокой депрессии, никак не может выйти из нее. Кошмар. Ну, понятно, что она молится. Вот. Вчера была на исповеди, сегодня вот они пошли вместе с зятем, были они на исповеди. Так что... А что, детей нету? Или что, из-за чего? Потеряли. Можно я скажу, что у нас путешествующий Андрей в Казахстан уехал, молитесь. Так, теперь Третьяковы всей семьей в Русовке, тоже помолиться, они путешествующие. Любовь Петровна, так у нас и в путешествии осталось. Нина сегодня уезжает, тоже за путешествующий. Отец Аким уезжает. И Дмухи собрались уезжать, тоже за них помолиться. Они путешествующие будут. И я поклон вам хотела передать. Звонила Раиса Малютина из Франции. Спасибо. Долго разговаривали. Поклон всем низкий передает. Все, ну как бы ничего. Машину научилась водить, водит сама машину. Не будет возвращаться, да? Она должна приехать. Вот на какое-то время просто, ну, должна вот она приехать. Ну, я думаю, что придет. Ну, и еще поклон вам всем от Дияновой Зои звонила. Как она? Тоже низкий поклон. Болеет. Болеет. Она одна живет? Всем, еще раз, пока обращаюсь ко всем. Рабе Игнатий, знаете, какого рабе Игнатия, молитесь крепко, потому что сильно болен. Болен, он мне прислал вчера фотографии, ну, там, лицо и кожа, в общем, очень сильно болеет. Так что помолитесь, чтобы Господь его воздвиг от одра болезни. Сегодня у него день рождения. Давайте позвоним сейчас все вместе. Утром не брал трубку в 6. Отключал, наверное. Также Раиса... А еще можно я скажу? Раиса Николаевна и Мария Яковлевна звонили. Нет, она еще конкретно позвонила, сказала, что по лагерю. По лагерю. Нет у них вообще овощей никаких. Это и капусту, и морковку, и лук. В общем, надо это все послать им. И дрожжи еще просили они. Закупить в магазине? Надо все купить, да. Вот кто поедет, я-то хотела выяснить. Во вторник с молочниками отправить, да? Во вторник. Ну, тогда только просто я уезжаю, я всегда покупала по понедельникам. Да? Батюшка у нас на поезде поедет или как? Не знаю, может быть, батюшка. Сергей, купишь в понедельник. Кто там, деньги есть? Деньги нужно. Ушел, что ли? Деньги лагерь давал, да. Ведя Таня, я съезжу. У Тани, денег нужно. Я вам позвоню. Хорошо. Ой, да. Начальники, помолитесь. Он хотел живым во святые попасть. Так. Да. Как это так? Ну как? Как? Там комары и мошка. Ну они там работают, что? Ну особенно там приехала женщина одна. Лена, кажется, с девочкой 12 лет. Полина, да. И, ну и женщина. Марина. Лет за 30 ей, наверное. Марина с Полиной. Марина ее зовут. Марина, да. С Полиной. Христенко. Вот они там. Ну и работает, ну что, комаров там у них нет было, наверное, гоняется все. Там это. А он решил, можно, чтоб, вот давайте я докажу, что можно не отмахиваться. День-то не отмахивался. И что? А сейчас у него в язвах лицо все такими, да, коростами, да, покрылось. Да. Все. Лоб, руки не было голые, это все. Ну, он зря это делал. Да. И он рассказывает, там святой один, сысой, кажется, его звали. Я вся. Вот. И он женатый был. И решил, ушел на болото, родился на болото там. И какое-то время он на болоте там был, чтобы его кусали там все. И когда он пришел, говорит, домой, то жена его узнала только по голосу. То есть опухший, там лица не видать, ничего. То есть, а заговорил, голос знакомый, жена узнала, что это ее муж. Я ему говорю, ну ты перестань, мы же тебя не узнать, не будем узнавать, кто ты там такой. А полинария была. Ну я давай его мазать, нашел, у меня был это спасатель. Ага. Мазь это. Ну вот я его намазал, дал ему один тюбик у меня был. Дал ему, что мазь, я говорю, давай, а то мы тебя узнавать не будем. Во святые хотел прям. Гвоздичное масло помогает. Какое? Гвоздичное. Да не очень. Это отпугивать, а заживлять уже вот эти... До или после? До. А если вы сказали фенистилгель? Написали гвоздичное масло, ванилин. Братья, я потяжу, что хочу сказать. Пока график я не пишу, потому что
Получается, один может, другой не может, поэтому буду обзванивать, так что вы готовы, чтобы быть готовы. Вы уходите? Я уезжаю к Насте. Она в больнице? Она в больнице? Давайте толкование там посчитаем. В больнице Насте, да, Насте. В больнице Дарьяна. Поняла, это Лена полетит. Настя, мы потом тоже так сделаем. Давайте продолжим. Пусть у вас будет, я вам даю. Продолжим чтение. Где у нас... Это, да? Сегодня. Там Сережа, Сережа. Ну ты вот так, как окну вставай там. А мне это, подарил. Это, как, ну ушли. Что, ну, все? Передали. Все решили закончить, что ли? Собрание не надо или что? Да. Я не понял, что за ажиотаж такой? Вы садитесь, где это? Дети, идите сюда обратно. Шли только те, которые к Насте поехали. Они к Насте поехали. Вы что все сположились-то? Да я могу сесть так, а? Толкование тут заложено уже? У нас... Да, там листочек. А, листочек? Тут сегодня нет, большое толкование-то. Нет, это... О, где-то я. Не, это Матфея там. Там Матфея. Раньше. Тут нету листочка. А, вот он. Вот. Есть листочек. Так, Матфея начинает... Нет, подожди. Ну, понятно. Так, пятая, там, по-моему, пятая глава, четвертая. Да, все, я сейчас. Вот она, заложена. Это нет, тоже не то. Все, ничего там. Вот. А, вот заложено. Это тоже непонятно. Оно. Вот оно, вот. Нет. Подожди-ка сейчас. Четвертого по 15. С 15-го, вот. Вот отсюда, вот, с 14-го, начинает. Сейчас закрою. Это шторочку так маленько. Чуть наполовину. Вот, так. 18-23. Ну, понятно. Все равно отсвечивает. Итак, брат, Матфея, 4 глава. А его так не видно будет. Давай свет включим. Да включайте свет, вот тут надо закрывать. Закройте эти шторы. Матфея, 4 глава, с 18 по 23 стихи. С 15-го там. С 18-го. Нет. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Толкование блаженного Феофилакта. Симон Петр и Андрей были ученики Иоанна. И еще при жизни Иоанна видели Христа и слышали о нем от Иоанна: вот Агнец Божий. Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбарской жизни. Там Иисус, идя около моря, уловил их. Матфея, 4 глава, 20 стих. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Толкование. Они прежде при жизни Иоанна слушали Христа, но оставили его, а теперь, увидев его, тотчас опять последовали за ним. Матфея, 4 глава, 21-22 стихи. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои. И призвал их, и они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Толкование. Питать отца и притом честными трудами – великая добродетель. Они были бедны, и посему, не имея возможности купить новых, чинили старые сети. Сам Зеведей, кажется, не уверовал, и потому они оставили его. Видишь, когда нужно оставлять отца, тогда, когда он
препятствуют добродетели и благочестие. Увидев, что первые последовали за Христом, и они, сыны Завидеевы, подражая им, тотчас пошли за ним же, за Христом. То есть 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие, Царствие, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Толкование. Ходит в синагоги еврейские для того, чтобы видели, что он не враг закона. Начинает знамений для того, чтобы поверили его учению. Недуг есть долговременная болезнь. Ну, то есть исцелял недуги и болезни. То есть недуг долговременная, а язва непродолжительное расстройство в теле. Вот как у Игнатия Тихоновича, у него сейчас язва получается. Откуда язва? Ну, из-за того, что он решил показать, что мошки и комары, они не оказывают на нас никакого влияния. Не надо же мазаться, ничего не надо. И человек выдержит, все будет хорошо. Ну вот Игнатий Тихонович, слава, помоги Господи ему, испытал. Проверил, испытал. Ну и я думаю, что сделал вывод. А вывод такой, он никогда не откажется от того, что говорил. Все. Поэтому вы делайте сами выводы. А если кто хочет, как с мошкой и с комарами воевать, обращайтесь ко мне. У меня маленький опыт 30-летней тайги, поэтому я вам все расскажу. И как с мазями, и без мази, и всякое разное, чтобы вас не сожрали эти гады. Потому что они сожрут в полный рост, если вы не будете защищаться. Просто так вот ходить, я такой святой, помолюсь сейчас, и от меня все отбегут. Никто не отбежит, ребята. Приготовьтесь, будет по полной программе. Самое главное, у вас должны быть спички. Если у вас есть спички, вы уже практически победили их. Да, и теперь нужен костер, топор. Топор, и валяете пихты, елки, лучше пихту. Пихты валяете, желательно не очень толстые. Вы будете, конечно, подвергнуты всякому посрамлению, потому что это экологию вы нарушаете, рубя эти бедные деревца. Нет, сухие вам не помогут. Только такие. И трава должна быть у вас. Много сырой травы. Сырой, да. Чтобы дым. И раскладываете два костра. Смотрите по ветру, куда дует ветер. Если мало два, значит третий костер. И вот тогда вы все этот гнус весь отгоните. Если у вас этого ничего нету, то тогда готовьте мази уже. Без мази ничего вам не получится. Мази сейчас очень хорошие. Желательно эти репелленты, которые сразу против клеща, комара, и так далее. И от мошек, да. Очень хороший репеллент. Взбрызгиваете не тело, а берете хлопчатобумажный платок. Ну, хлопчатобумажный, как у вас повойники. Хлопчатобумажный? Да. Вот побольше, вот такой вот. И его накладываете как косынку себе. Вот чтобы он был добровей, ну, чтобы видно было. И чтобы опускался он ниже вот сюда вот. Это косынку, и одеваете шапочку или повязываете вот так вот тут, как косынку, тут как пираты, видели? Все. И вот этот платок весь сбрызгиваете сначала его. Сбрызгиваете. Все, и он вот тут развивается у вас. Можно бороду вот намазать? Я еще бороду мазал. Бороду, усы вот так помажу. Я же не ем потом. Все. А вот лицо сильно мазать не надо этим, этой гадостью. Хотя, если у вас ничего нету, где-то вы быстро идете, можно так вот побрызгать, намазаться вот так. Вот так он поможет тоже. Да, все. И вот открытые части рук одеваете тонкие перчатки. Перчатку тоже прям намазываете вот так. Вот все, вы в перчатках и в рубахе. Вот в такой рубахе, которая может у вас вот так развиваться. Вот такая, видите? Вот эту рубаху я шил Татьяна Александровна мне по моему заказу. Это вот и рубаха у меня как раз для тайги такая сделана. У меня такие рубахи в тайге. Просторные. Чтобы не прикасалось к телу. Если прикасается, то любой, при одном движении оно вот так вот, и они все от вас отстают. То есть они не любят этого. Все, и можно вот одежду тоже перед тем, как одевать, одежду спрыскиваете репеллентами, ну и хватает часа на 4. Ну, поработали там, что, как обычно, до обеда. В обед пришли, опять переменили. Но, опять же, это я говорю к тому, если вы где-то ходите. Допустим, я там иду свои маршруты по тайге. Мне надо постоянно идти. Вот иду, да, там тогда, конечно, это не до этого уже.
А если вы на одном месте находитесь, то тогда костер. Все, костер, все, вот этот плат сбрызнули, чтобы вам в лицо не лезли. Потому что надо работать, а не заниматься, ну, непонятно какими, какой информацией. Да, махат там или что там. Нужно работать, там им надо сосредоточиться, мне это им считать надо тут и так далее. Смотреть там, записывать, документировать все, какие-то исследования проводить теоретически. Потом не до этого. А там, если они начнут тебя в полный рост долбить уже. И если я буду каждый день, вот это как Игнат Тихонович, потом мне не хватит кремов никаких. А лечить его еще надо. Ну, да, ну а сейчас лечиться очень сложно. Я это все, я это видел. Вот Игнат Тихонович, он хоть последовал. Я могу сказать, что и был такой последователь у меня тоже в тайге. Приехал парень, занимался он здесь отделкой. Высокий такой, здоровый парень. И он приехал без шапки. Я говорю, ты почему без шапки в тайгу-то сюда тебя забросили? А мне зачем шапка? Я не комарина укушенный. Да ты что? Что, вот, не мазаться не будешь? Ничего тебе, ни шапку не одевать? Нет, а что мне? Зачем? У меня эти мошки, комары, они мне ничего не значат. Я, ну смотри, на, работать же надо. Ну я буду работать. Но копали шурфы от золота. И он туда-то, когда опускается в шурф, там же холодно. Там глубина почти 4-5 метров. И пока там внизу, и тем более, что я вокруг кострами все обложу, все гнус этот разгоню, и нормально ему все было. И я смотрю, так, ну, вроде работает, день-два. А потом он решил сам пройтись там где-то, походить по тайге. Прошелся сам, пришел оттуда, и у него начался этот зуд. Но его кусали в голову, у него голова распухла, стала голова в два раза больше. Вот такая вот, прям натянулась все тут кожа, вот это вот лицо. И он решил сам лечиться. А мы, когда копаем, то первую достаем, почно-растительный слой идет, ну вот этот перегной, в котором все вкусненькое растет. А потом глины, суглинки начинаются. Такие, ну натурально, вязкие вот такие все. И он, ну, копали, а там у нас разные цвета попадаются, потому что там тектоника была такая, вулканическая деятельность в горах. И там глины разного цвета. И он увидел зеленые глины. Но не вот такие, он, есть голубые глины у нас по берегу, и ходят и находят, их можно прям есть, они полезные, эти глины, да, там микроэлементы есть нужные. А он вспомнил, что кто-то ему сказал, что зеленые глины очень целебные. И он взял эту зеленую глину, а она зеленая, вот прям очень сильно зеленая, знаете, вот как стакан, наверное, вот как зеленая, да, вот прям. Я говорю, ты что, это не та глина. Ну и пока я отвернулся, он взял себе всю бушку, намазал. Ему очень горит она, все. Я ему даю этот хранитель, спасатель. У меня мази эти. Он, не надо мне, я без них. Ну такой тоже парень закаленный, молодец. Долго терпел. Прям так капухший. И он намазал это все. И главное, меня как раз не было. И я возвращаюсь, а он решил, ну как бы, приколоться надо мной. И за дерево выскакивает и такой, я Фантомас. А я смотрю, мне... И смешно, и грешно. И я, у него вот эти глаза, а у него вот так все воспалено здесь. Он меня ждал где-то с полчаса с этой маской. У него там уже горит, а он хочет над геологом постебаться. У него глаза кровью налились уже. Вот так. Вот тут вокруг багровое, вот так. Я на него смотрю. Я говорю, быстрее в ручей кидай. А у нас там и такие специальные ручейки маленькие-маленькие. И мы бассейны делаем, чтобы можно было ведром черпать. Вот так, ну поглубже. Я говорю, иди быстрее, бассейн-то бросься туда, башкой-то смывай быстрее. У тебя глаза, говорю, сейчас уже кровь потечет из них. Ты что делаешь-то над собой? И тут у него, да он, да ничего вроде, и у него тут как там начало вот болеть. Такое прям ломить ему башку уже, видать, все уже до мозга дошло. И он кинулся уже в эту, и там в этой луже сидел до самого вечера, уже не работать, ничего. Я говорю, ну что, все ты. Прошел, ну, школу. То есть ему нужно было сначала воспитание провести, этому парню, которому уже 36 лет. Экстрим. А, экстремал. Ну а другим в два раза больше уже лет или даже больше. Ну просто не видели они этого экстрима. Я это все прочувствовал. Ну кто меня будет слушать, правильно? Ну вот вы послушали. Да. Игнат Тихоновича не видели еще вы? Я видел эти лица. Не просто вот здесь еще, а он хоть кепку носит у Игнат Тихоновича и борода тут. А вот тут все шишками, вот огромными шишками, вот такими вот. Вот такими. Почему? Потому что это мошка, этот, и есть мошка, а есть еще мокрец. Мы его называем мокрец. Его тут не называют, иногда называют.
Это вот которая мошка, она мелкая-мелкая, ее много-много. Вот она где-то ползает, ты даже не заметишь. А мокрец, вот сейчас сильно мокреца много. Он такой большенький, как маленькая мушка. И жопка такая у него прозрачная. И у него очень сильный яд, вот у мокреца. Никогда не позволяйте на открытые участки тела, чтобы он просто сидел. Вы так подумайте, ну тут посидят они, мушки, ничего подобного. Это не комар даже. У нас, у сибиряков, комарам у многих людей есть какое-то противодействие. То есть комар укусит, у тебя просто ну, покраснение такое небольшое, ну и как бы почешется немножко, ты даже чесанешь, вот так, ничего не надо делать. А в этот мокрец практически через одного я знаю, вот такие волдыри. Вот у меня Марину на огород вышла она, укусил два сюда и один сюда. У ней руки стали, вот ну, вровень вот с этим, вот такие толстые. Опухли моментально руки. И сейчас язвы здесь уже. Всего три укуса. Почему? Короткие были перчатки, а тут короткая эта, она завернула манжет. А я что-то и не знал. Ну, но потом развернула уже, да поздно. Так что не надо заниматься самобичеванием таким. Да, это будет, коросты долго будут проходить. Его пришлось отправить, это я отправил. Так что парень не доработал. А куда он, как он будет? Он у меня все крема вымазал. А к нам еще приезжали там через неделю. И вот и болтался там. Вот так вот. Так что, и мне вот еще интересно, батюшка читал и пятую главу тоже. Блаженство. Два чтения, да. И оно прям одно за другим получилось тогда? Да. Ага. Ну тогда давайте продолжим еще. Дальше. Пятая глава, первый стих. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Восходом на гору Господь научает нас ничего не делать по тщеславию и на показ. Видя великое множество собравшегося к нему народа, он сел и начал учить его ни в городе, ни на площади, что видели его многие и хвалили, но на горе и в пустыне, где не было никого, кроме душевно желающих получить или видеть исцеление». Ну так, ну, не знаю, мы вот ходим на площади прям, ну и сильно нас не хвалят, я хочу сказать. Так что приходится. А по идее, видите, как надо выходить куда-нибудь. То есть нам с Евангелиями выезжать надо за город, а люди должны туда бежать за ними, по идее. Но этого ничего нет. Ты человека еще и уговариваешь взять Евангелие сейчас. Как бы то ли бисер перед свиньей метишь, то ли нет, не поймешь. Еще и говоришь, а ты будешь читать? Ну, некоторые там что-то плечами пожимают, а некоторые, ну да, ну почитай, ну почитай. Обязательно ну скажут перед этим. Да? Маленького, потому что можно в этом вопросе про Евангелие это просто. В деревне-то я сейчас вот предложу вот так вот. Не надо, не надо. А потом вот, знаете, вот когда перед концом поста, это уже вот последняя неделя, когда вот это страстное, и я думала, ну что бы мне придумать, как бы мне вот это все же продвинуть-то. И решила, что у меня еще все же есть Евангелие, и в руки не берут. Я договорилась в магазине. И когда у входа, там у них есть такое место хорошее, я уже там вешала, делала к праздникам стенд, это ну, ничего, нормально все это дело проходило. И думаю, ну-ка я это, позвонила батюшке, батюшка, вот так, я хочу вот так договориться. Ну попробуй. И он благословил. Я с продавцами-то договорилась, они говорят, ой, да тут, ну, пожалуйста, место хорошее. Я на улице не решилась, потому что там на улице и дождь бывает, и это, и ветер, и все. Я положила, для начала я положила немного, 10 штук. Прихожу, там уже нету. Я принесла еще, положила 15 штук. Пришла, нету. Вы знаете, 56 штук. Разобрали. Вот сколько у меня было, все разобрали. Ну, я постепенно, это за две недели. И я вот так вот посмотрю,
нету. Я еще примешу. Ну, тут у меня, я тоже стендик такой сделал, там со стихом, там с правилами вот этой недели, страстной недели, указала места писания. И ниже написала по благословению патриарха Кирилла, берите бесплатно вот эти Евангелия, которые здесь находятся. И знаете, люди брали. Сначала батюшка, когда узнал, кто-то позвонил батюшке местному и спросили, а можно вот там Евангелие лежит, можно брать, где лежит? Ну, в магазине. А он говорит, он, наверное, сразу догадался, он говорит, какое имело на право продавать в магазине Евангелие, в продуктовый магазин. Она говорит, нет, там не продаются, там даром можно взять, и они не в самом магазине, а там есть такое, это, но внутри магазина. Входа. Ну и ничего, и он послал туда людей, ему принесли, показали, ну сразу, говорит, это Лапкины. Ну и ничего, и так они, я носила, пока вот у меня закончились. Ну он не запретил брать, да? Нет, он, нет, батюшка не запретил, никто, ну раз ему принесли, показали. Там, ну он только определил, что это мы. То есть они продавали, у них там такие были, мне потом одна сказала, а я покупала здесь. Вот как. Она говорит, а я покупала. Конкуренты. Ну и вот, а тут-то вот бесплатно лежали, все разобрали. Ну, у меня не закончились. Потом не вот позвонил батюшке, сказал, батюшка, у меня больше нет, и все. От каких-то мы раньше ходили, у меня оставались, там приезжали в клочки и оставили у меня остатки. И вот я их помаленьку давала, но у меня их было много, штук 70. И вот сейчас 56 штук у меня было, я их отнесла. Все забрали. А я в больницу, вот когда хожу в больницу, беру Евангелие, беру вот журнал «Душа», а я там трейдяж стоит в раздевалке, я положу, пока я там хожу, потом прихожу за одежды, уже нету. У меня, которые были вот раньше, у нас журнал, вот наши вот «Лампада», газеты, журналы, этот, как он, местный-то? Нет, не Александр Невского, еще. Алтайская миссия. Алтайская миссия. У меня были журналы «Алтайская миссия» и «Душа». Ну, души у меня было мало. Газет было у меня достаточно, прям стопа хорошая. Тоже принесла, тоже положила. Журналы сразу разошлись. Вот прям сразу, вот я пришла, уже нету, но у меня нечем было пополнить. А газеты еще были. Я потихоньку носила, принесу, еще положу. Тоже все разобрали, там три штуки оставалось, но я уже их не стала. Забрала я домой, думаю, потом когда-нибудь еще отнесу, когда люди это... Потихоньку, помаленьку, и вот люди берут, оказывается. А вот так вот, когда встречаешься, отказываются. Ну, не знаю, что... Может быть, боятся, может быть... Стесняются. Не знаю. Может быть, думают, что денег надо. А что вы написали на плакатике? На плакатике, ну, соответственно, празднику. Вот перед Рождеством я такой хороший стендик сделала, оформила его с вырезками. Из Алтайской миссии брала вырезки. Потом у меня были еще некоторые открыточки были. Я оттуда выбирала, соответственно, эту Рождество Христову. Материал подобрала из Евангелия. Вот из Евангелия от Матфея я брала там выписки, там еще некоторые. Не, ну, так, ну ладно, давайте все, это все прекратим. Все, все понятно, все понятно. Опыт у каждого свой. Ну, получилось так и получилось. Будем говорить, что это, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Господь сказал, идите проповедуйте, кто как может. Ну, удалось таким образом. Ну и не забывайте, что лицом к лицу. Лица не увидишь, а тут лицом к лицу надо ходить благовествовать. Люди не стесняются, когда вас видят, они вас ненавидят, понятно? Они не стесняются, они стесняются показать свою ненависть к вам просто, поэтому не подходят, вам лично. А когда просто там Евангелие лежит, а это, ну книжечка взяли ее. А когда вы стоите, вот вы, ты верующий человек, тебе, ты много чего наслушаешься, вот, если бы в интернет заходили почаще, читайте, что там под комментариями. Там больше сволочных комментариев, нежели нормальных людей. И, ну, до меня что-то начало доходить уже. Зло.
Я хочу сказать, что у нас страна — это огромная тюрьма. Это вот так разговаривают зэки. Вот как там комментарии пишут. Они любят оскорблять ни на чем. Они тебя будут до самых печенок пробирать. Я откуда это знаю немножко, потому что работаю в тайге, и там такой контингент людей. Но так как я стою как инженерно-технический работник, ко мне сильно не подобраться. Но между собой у них там. И вот в этот раз я немножко попал, как бы без защиты был вообще от Господа. Как-то молитвы так действовали слабо. И меня там по полной программе протянули. Вот я 2 месяца там поработал, а оттуда просто убежал. Я просто убежал оттуда. Потому что это невозможно. Какие отношения между людьми? Отношения бесовские. Поэтому иногда показывайтесь, как вы есть. И ничего страшного. Ну, возьмите одно Евангелие с собой. Ради смеха. Веселого, радостного смеха. И все. И идите просто и предлагайте его. Ну, пускай они от вас шарахаются. Зато они видят, что это верующий человек идет. Между делом. А там пускай они лежат. Пускай берут, если на то пошло. Но они будут знать, что ходит человек верующий. А так, это, где-то укладывать. У нас наоборот получается. Я могу вам сказать. Могу вам только одно сказать. У нас получается по-другому. Мы раздаем Евангелие, а после, если массово у нас идет выход, а после этого приходим туда, на это место, и там хорошие люди часто попадаются, какие-нибудь там бомжи, там дворники, приходят и отдают Евангелие, которое в мусорках нашли, где-то там просто положили, бросили там на сиденье, где на остановке, нам обратно. И, допустим, 1000 штук мы раздали, 500, обязательно с десяток штук 15 принесут. Когда мы отдаем, а вот когда сам берет человек, он знает, да, чего он берет. Вот видите, тут об этом и написано, что вышли те, которые жаждали. Ну да. Вот он жаждал, он взял. А вот второй стих. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений. Подождите, все, все, давайте успокоимся. Пошло все уже. Евангелие. Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений. Посему после совершения чудес и исцеления тел врачуют души, дабы мы знали, что Он есть Творец и души, и телес. Он учил и не отверзая уст, то есть своей жизнью и чудесами, и теперь учит, отверши уста. Учил не одних учеников, но и народ. А начал с блаженства, так как и Давид начал с блаженства. Псалом 1:1. Блаженный прежде всего выставляет смирение как бы основание, так как Адам пал от гордости, возмечтав быть Богом, то Христос восставляет нас посредством смирения. Нищий духом, суть душевные, душевно чувствующие свое недостоинство. Недостоинство. Ну, таких людей, конечно, мало. Но вот такие сюда и пришли ко Христу, в пустыню, которые чувствовали, что они недостойны, и поэтому там их никто не увидит, там же все умные, они как глупые здесь, в пустыне, со Христом. А оказывается, Христос и есть самая мудрость, премудрость Божия. Вот так. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плачущие, то есть о грехах, а не о чем-либо житейском. Сказал же, плачущие, разумея плач, не однократный какой-либо, но всегдашний, притом не о своих только грехах, но о грехах ближних. Утешатся. Утешатся же они не только там, но и здесь, на земле. Ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там, на небе. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получая жизнь блаженную. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Некоторые под землей разумеют землю только духовную, то есть небо. Но ты разумей и эту землю. Кроткие почитаются презренными и бедными,
А он напротив говорит, что они-то особенно и имеют все. Кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются. Таковы были, бывают только лишенные разума, но те, которые могут гневаться и воздерживаются. А гневаются только тогда, когда должно. Все сестры, запишите это место Писания и читайте дома. Тут с вами очень сложно бывает иногда говорить. Матфея 5 глава, 5 стих. Так что, когда человек очень ровный такой, тихий, как вода, говорит так тихо, спокойно, это еще ничего не значит. А настоящий блаженный, он гневается на неправду, гневается на зло, гневается на то, что внутри себя, на сатану гневается, потому что этот обидчик всего рода человеческого, и не просто обидчик, а в ад заталкивать. Поэтому вот таким спокойным тоном там говорить что-то невозможно. Поэтому Христос, когда говорил заповеди блаженства, он говорил с выражением. Он не читал, не читал по церковнославянски. Он нормально говорил так, что все понимали. Причем интересно, он же толкование к этому не прилагал. А все понимали. А те, кто жаждал, они что-то догадывались. Ведь представьте, вот сейчас вот кому-то скажи из людей, вот просто на улице, блаженны нищие духом. Ну, я маме говорил, она уже Евангелие прочитала, Ветхий Завет очень много прочитала, толкование читала. Я ей спросил, ты нищая духом? Нет, нет, сынок, как нищая духом? Нищий — это плохо, это же бедный, презренный, как вот тут написано. Я говорю, мам, ну написано, блаженный, блаженный хорошо? Хорошо, а нищий духом? Все, хоп, планка закрылась. И мы с ней рассуждали, рассуждали. Я говорю, мам, ты должна накрепко запомнить, что блаженны нищие духом — это хорошо. И это мы с тобой. Я блажен нищий духом. Ты блаженна нищая духом. Понимаешь? Нищая духом ты должна быть. Дух. Глазенки такие. А человек что поймет? Блаженны. А они стояли, понимали. Почему? Но это было на еврейском языке. И слово блаженство для них было понятно. Потому что блаженство — это попадание туда, где там Авраам, где Господь, где их предки все, они понимали. Они этого ждут. Вот как они для чего сейчас ждут Машаха, там, Мессию своего? Чтобы туда попасть. Бог им там местечко уготовал. Они знают, все-все их предки, все там, кто там, все евреи там соберутся. Они же богоизбранный народ. Они же не могут просто так взять и в землю уйти. Вот поэтому они все понимали. А у нас никто ничего не понимает, им ничего это не нужно. Ты спроси любого. Скажут, вечная жизнь? Да ты что? А нам не зачем эта вечная жизнь? Более того, у нас сестры есть, которые говорят, что воскреснем мы, дух, душой воскреснем, а тело нет, тело, ну если будет, то не это тело. Нет, не это. Не это тело. А где ты это слышала? Ну я не слышала, что прям, что в этом теле. Ей уже сестры подскажут, да в 33-летнем возрасте мы же будем. Ну я это тоже где-то слышала. Она где-то слышала. Она сюда ходит не меньше 20 лет. Сестра наша. Сестры, давайте будем бояться вот этого вот умалишения. И пожалуйста, про себя не говорите. Мы старые, у нас уже тут ничего нету, ума нету. А как тогда с вами жить, извините? Игнатий Игнатьевич выходит, перед вами выступает. Это наши молитвенницы. Это там, ну, так далее и тому подобное. Сестры наши, молодцы прям. И он так об этом заботится, чтобы сестры всегда тоже это звучало. Хотя там в храме не звучит. Он обращается. Ну, то есть он показывает, что у нас женщина — это сонаследник вечной жизни. Женщину нужно так возлюбить, как Христос церковь возлюбил. И не просто, а муж должен жизнь свою отдать за жену свою. Ага. А я такая вот дурная, неразумная. И куда ты сейчас пойдешь, дурная, неразумная? И жизнь за тебя сейчас еще нужно отдавать. Да давай-ка это уже переставайте. Псалтырь читайте, сестры. И пожалуйста, не говорите своим ртом, не произносите, что вы глупые и неразумные. Мы-то к вам обращаемся как к равным. Вот это об этом тут и говорится. А это от чего говорится, вот, что я глупая, неразумная? Это тоже не просто так. Сестры, это не просто так. Это вы храните свое «я».
которая в вас не умерла. А это говорит только об одном, что не было рождения свыше. А этого позора вам не пережить, потому что вы хорошо знаете, что рождение свыше – это самое главное. 25 лет ходить, так Никита прав оказался, когда уехал отсюда и сказал, да что тут по 30 лет они ничего не добились в общине. А я 3 года уже проповедую везде, уже духовная нищета с меня сошла, как в белых яблонь дым. Переборщил тоже немножко, но так-то в чем-то прав, тоже оказался. По 30 лет и ничего нету. Ну, такого тоже мы не должны так себя тоже мы вести-то. И не надо торопиться с ответом, когда вас спросят, вот батюшка сказал, святые как были. Когда вас спросят там вот эти вот золото, эти краснозвездные ребята придут когда-то все равно и спросят, ну, может, не вас, но передадите другим. Скажут, верующие или нет, а то мы тебя... Не надо торопиться отвечать, что неверующие. Жить-то охота. Помолитесь хотя бы. Ну, попросите помолиться, как это вот в фильмах мы видим, что священник становится на колени, просит помолиться, или человек опускается. Там последнее слово смеются, я помолиться хочу. Это Владимир Киевский, митрополит, когда матросы его вытащили из кельи-то, помните, его били ночью. Просто так пришли расстрелять, потому что ненавидели религию. От этих комиссаров наслушались. Это мракобесие и так далее. И его выволокли на могилу там же, это, ну, по ГОСТу, там рядом с монастырем, где он пребывал, келья его. А он говорит, дайте помолиться. На колени его поставили. А матрос, говорит, один, сунул ему винтовку в рот. Сказал, на том свете помолишься. И выстрелил. Вот так вот бывает еще. Так, ну тут немного осталось. Дочитаем блаженство заповеди, да? Матфея 5 глава 6 стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Так как он намеревается говорить о милосердии, то наперед показывает, что должно соблюдать справедливость, дабы не делать милости из награбленного. Кто алчит и жаждет, тот сильно желает насытиться. Так сильно надобно желать правды и соблюдать ее. Поскольку же и любостяжательные представляются живущими и в довольстве и сытости, то он говорит, что тем более праведные насыщаются. Они насыщаются и всей жизни, ибо владеют своим имуществом безопасно. Псалом 33:11. Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Почему сейчас идет у нас до сих пор идут дебаты? Вот смотрите, памятник у нас есть этим павшим героям красным? Ну, большевикам. Есть же? А где памятник белогвардейцам павшим? Ну, раз у нас все равно, раз гражданская война, это братоубийственная была, мы уже поняли, да? Везде об этом говорят. Памятник большевикам павшим есть. А памятник белогвардейцам павшим где? Хоть один. Ну, покажите. Нету? Нету. А белогвардейцы, они хуже были большевиков или лучше? Вот эти дебаты сейчас идут в народе в нашем, они идут всегда. Белогвардейцы, они были нормальные или нет, хорошие? Победили красные. Красные себя провозгласили справедливыми людьми, добрыми, а белогвардейцев сделали. Но они победили. Мы знаем, что победитель всегда прав, правильно? Но мы теперь желаем добиться правды. Мы жаждем правды. У нас странный народ. Не верит в Бога, а жаждет правды. Очень сильно. Почему? А потому что пошли какие-то реабилитации, и люди думают, так подождите, а что, какой-то обман, значит, был? Ну, убивали и убивали. Сказали бы, все эти проклятые. Нет, теперь этих мертвых, память их вытаскивают, стряхивают и говорят, слушайте, так это герои. И вытаскивают и стряхивают те, которые оказались детьми, потомками тех, которые их расстреляли и сделали проклятыми. Вы понимаете, что творится в мозгах людей? Без Бога не разобраться никому. Только Христос может нас наставить на правду, где истина, где правда. А правда в том, что в законе Божьем, кто исполнял закон Христов, тот и прав. Неправы не те, которые убивали, не другие неправы, которые тоже убивали. Пускай они защищались, убивали. А сегодня проповедь слышали, что сказал? А главное, говорит, вы должны на молитве просить того, что Бог желает. И не молиться... За погибель врагов. Им не молиться за погибель врагов. А у нас
Что? Белогвардейцы напрямую молились за погибель врагов. Напрямую. Они прямо обращались, они верили в Бога. А большевики вообще отрезали религию. Нет никакого Бога. Ни во что мы не веруем. Ни в Бога, ни в сатану. Мы сами верим только в великое человеческое существо, вот в разум. Ну, намерились. Все. И теперь что нужно? Теперь нужно примирить это правдой. Правдой истиной примирить. А у нас одна ложь накладывается на другую людьми. Почему? Потому что люди, неверующие стоят у власти. Неверующие. Они не хотят знать правды. Нету никакой у них жажды к правде. А если бы были верующие, какая бы правда была, то всю правду бы подняли. Поставили памятник павший, один такой большой. Вечный огонь убрали бы. Иначе это уже показывается, что они все в аду горят. Вечный огонь будет там, где ад. Мы-то все знаем. Пятиконечная звезда говорит о чем? Что сатана будет в аду, пламя, он будет постоянно гореть. Вот. И те, кто там пали за и сатану, вот они там все и горят. Вот они себе памятник этот сделали. Вечный памятник у нас стоит посреди Барнаула. Да не один. Горят. Люди мимо ходят, еще кланяются, цветы какие-то носят. Носят кому? Сатане, который горит в аду. Ребята, давайте всю правду найдем. Вот сделали один памятник. Памятник, вот это, реабилитированным. Памятник реабилитированным. Но это опять же полумера. Реабилитированным только. А где памятник тех людей, которых убили за веру во Христа? За веру просто. Нету. На Булыгина, где монастырь. Ну, это поставили верующие его. А народ-то не знает этого. Народ-то этого не знает. Народ ничего не понимает. Им все равно. И поэтому все идут дебаты какие-то, дискуссии. Ой, плохо, что Советского Союза нет. Другие, да нет, нормально, что его нет. И вот все там дискутируют, что-то дискутируют. А дискуссия-то в одном должна быть. В Слове Божьем. Кстати, Виктор Савченко в интернету ведет занятия по изучению Слова Божьего. Молодец. Уже небольшая группа там собирается у него. Так что верующему какие-то вот там земли, там языки, это... Тем более, жена-помощница на русском языке разговаривает, русскоязычная верующая. Так что дай Господь, ну, чтобы Валя побольше... Валя с Катей. Ага. А, ну отлично прям. Они там рядом, у них это временное, хорошо. Матфея 5:7. Блаженны милостью, ибо они помилованы будут. Милосердие можно оказывать не имуществом только, но и словом. А ежели ничего не имеешь, то и слезами, и вздохом. Они получают милость и здесь от людей. Ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность, тому все будут оказывать милость, особенно там Бог. То есть, ну вот Господь нас и по бедности, то есть по малоимуществу тоже показывает, что это еще не конец. Ну, от чего началась революция? От того, что люди жили бедно. Люди жили бедно, когда был не урожай, то часто был голод. И вот на этом сыграл сатана. То есть поднял, воздвиг таких людей, которые умные были, они там народовольцы, потом большевики, там меньшевики, там эсеры. Все, о, народ плохо живет, декабристы там еще тоже подсуетились в свое время. Народ плохо живет, а мы ему раскроем глаза народу, что виноват царь, и когда царя не будут, а кто им раскрыл глаза? Ну мы, значит, мы ставим на место царя, и мы тогда, при нас народ заживет лучше. Потому что мы же увидели, что народ бедно живет. А оказывается, есть закон. Закон возвращения зла. Нельзя победить зло злом. А зло побеждается только добром. Вот так. Добром. То есть зло, это значит что-то кого-то свергнуть, а добро, это значит молиться за того, которого хотели свергнуть. Как мы молимся сейчас за нашего императора, правителя нашего, Владимира Владимировича Путина. Молимся, чтобы Господь еще его правление сохранил, потому что уж лучше такой... Там, пускай он какой-то, ну, на него плохо пишут, какой он там нехороший, чем такие, какие были до нас. Уж про тех точно можно было сказать, как Господь сказал, посажу вам человека на голову вашу, 32-й псалом. И сидели на нашей голове, и сидели. Начиная с того, как Николая II расстреляли. Не захотели царя.
Ну кого? Справедливого найдем. Нашли справедливого. Маленького такого, лысоватого. Ну, картавого. Но оказалось, очень не любящего народ свой. И даже не знающего, что есть народ. Вот так вот странно у нас бывает это все. Почему? Потому что тоже нету веры в людях. И пошли, главное, что пошли за таким человеком. Вот в чем дело. Нет бы еще, ну разобрались бы хоть немного. Нет, всей массой ринулись туда. И потом, когда белогвардейцы уже последние откатывались, и говорит им, им говорили, это, как их, ну, пропаганда была какая, вы воюете против народа. А в этот самый момент сами же ходили у народа, отбирали последнее. И ввели в огромный голод, который случился в Поволжье 20-21 год. Че, много уже? А тут последнее. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Многие не хищничествуют, не обижают и даже милосерды, но блудодействуют. И в других отношениях бывают нечисты. Посему Христос повелевает соединять с другими добродетелями и чистоту, или целомудрие. Не только по телу, но и по сердцу. Ибо без святыни или чистоты никто не узрит Господа. Как зеркало, когда отражает образы, когда чисто. Так может созерцать Бога и разуметь Писание. Только чистая душа. Игнатий Тихонович Лапкин говорит небольшой комментарий на слово «и может чистая душа разуметь Писание». Здесь взаимосвязь. При чистой жизни Бог открывает смысл Священного Писания, а усвоение Писания делает жизнь еще более чистой и побуждает к ревности и подвигу во Христе. Созерцать Бога и разуметь Писание может только чистая душа. Аминь. Трапеза и занятия потом. Вот комарик. Извини, комарик. Достойно есть. Достойно есть якова истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и преднепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога слово родшую, сущую Богородица величаем. Читай. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих. Также просвети и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. А сейчас будет трапеза и потом занятие.